Сегодня 20 октября 2019 год. Мы находимся в доме на бэк-ярде у нашего гостеприимного человека. Вот он, Олег. Хак Сукот Самея, друзья. Всем большой привет. С праздником Кущи. Последним днем праздника Кущи. И в этот последний день Олег решил сделать такой, ну не знаю, как вам сказать, даже подарок, или что это назвать, как это? Гифт. Гифт. Такой вот. Смотрите и обратите внимание. Вот это вот, это целый барашек. Специально купленный в нашем штате Вашингтон, который этот барашек питался только травкой, по полю, кушал только овощи и все только органик. И у Олега, смотрите, какая классная вот это, как ее назвать, грильница или как? Вертел, значит, вот такой классный. Профессиональный, современный, смотрите, с моторчиком. Его вообще не слышно даже. И что хорошо, что регулируется высота, три положения. Ну это чудо какое-то вообще. Представляете, вот такого барашка мы сейчас будем кушать с горькими травами. И как тут не воскликнуть, что это пища праведникова, да? Авраама, Исаака и Иакова. А цвет какой шикарный, а? Вау, как молоды мы были, а? Представь. Как профессионально он здесь зажимается. Все сделано с нержавейки. Ну классно все. Марик, да, это я. Ты в своей молодой жизни видел вот такое вот чудо? Не видел. И я такое вот вижу первый раз. Ну, чтобы так профессионально, классно все было. Это современная такая вот грильница, просто я удивлен. Шикарно. У Олега на Суккот собирается народ. Чего-то я хочу еще показать. Олег обрезал вот эти ноги. Завязал ими вот этот живот. И смотрите, как он профессионально вот это проткнул. И так красиво двумя ножками украсил вот это блюдо. Вот такая вот красота. Друзья мои, смотрите, как классно у Олега здесь на бэк-ярде. У него такой классный навес. Дождь не капает, высокий такой. А ну, Ленчик, дай ты мне показать вот этого профессионала. Смотрите, у него специальный фартучек такой одет на нем. А? Не, ну смотри, как профессионально все, красиво. И вот она лежит, эта классная тушка баранчика. А ну-ка. А ну, Олег, смотри, какой красавец, а? Так, ты поди возьми у мамы тарелку хорошую, большую. Мы можем сюда положи. Смотрите, красавец какой лежит, а? Так, а пахнет. Я запахи такие идут, а? Ой, красота, а?
и вкуснятина. Ну что, профессионал Олег разрезает барана на части. Смотрите, как он рубит его. А запах уже идет баранины такой вкуснячий. И Ленчик уже посматривает так опять. Так аппетитно! Серьезно! Ну а что, смотри, запах идет. Ребята смотрят. Смотри как, а? Так, говорят, шея тоже самая вкусная. Самая вкусная шея. Уже Давид принес еще посуду, потому что места нету. Олег, ты так, я смотрю, серьезно решил его разделать. Ну что, мы же не будем его стрелять, до вечера же у нас есть. Мы уже добрались до ребер. Да, пошли. Речка. Наверное, да? Речка называется. Кречка, наверное, называется. Речка, да? Я даже не знаю. Топор мне надо, ребят. Будьте ласковы. Вот какая красота. Ребрышки. Ольга разрезает. Ну, надо специально дополнить. Это надо будет купить. А, это заказ. Вот они, ребрышки, красота. Чесночок, запах есть, хотя. А ну-ка, Ленчик, давай ты понюхайте, Ленчик. Запах идет? Так, можете взять кусочек другого. Ну, Давид, давайте с Мариком хотя бы попробуйте. Ну, сейчас, Давид. Давай. Ну, берите, первое впечатление, мне интересно запечатлеть вас на камеру. Марик. Маленький. А ну-ка, Ленчик. Ну что, Марик, как? Вкуснятина? Вкуснятина. Смотрите, и мне дают этот кусочек. Да, это. Спрашивай. Ну что? Вкуснятина. Смотрите, как красиво смотрится. Смотри, и Олег, и Марик. Смотрите, и Давид, и Ленчик. А ну-ка давай профессионала мнение послушаем. Давай это. Пропеклось. Мяско. Нормально, на соль, на перчик. Классная, да. Вкусненько. Может быть, сольки надо было бы побольше, конечно, уложить next time. Не, ну красота просто. Вот, так и вот еще раз показываю, какой классный грил все-таки. Баран, а? Сильно баран запах слышно? На мясе вообще не слышно. Вот у меня попало чуть-чуть соленое, чуть-чуть нет. В общем-то, вкуснятина. Мы подходим уже к концу. Остались ребрышки. И здесь лежал барашек. И Олег его уже всего разрезал на части, на кусочки. И Давид уже один... Бегать, поднос отнес уже повзрослее ходить в дом. Ну, что мне нравится, что Олег пробует, ему нравится. А если ему нравится, пойми, повару, ты же у нас профессионал, то уже все, настроение поднимается, потому что все сделано классно. Еще нам надо будет где-то взять какой-то ваш мастер-класс, как его разгубать, правильно, как его сделать. А это уже, ты уже возьми онлайн-классы. Да. Вот, сейчас да, все на YouTube, все там. Что мы с этим будем делать, Паша? Ну, это шо. Вкуснятина написана. Так что вот так вот и разделал Олег барашка. Вот это и весь барашек. Это что за барашек? Ну что, приятного аппетита всем. Приятного аппетита всем. Смачного. Мяса, ты сказал, много.
Действительно. Будем кушать долго, всю ночь. Знаете, был барашек, которого Олег запекал. Вот что от него осталось. Вернее, не осталось, это его порезали так. Молоденькая картошечка, салатик, напитки. Я начну с этого кусочка ножки. А у Ленчика тут, конечно, я не знаю, что это за кусок у него. Ну, а шкурочка вот так. Ну, вкуснятина, в общем-то. Курочка. Всем нам здесь хорошо. Анжелочка. Олечка, спасибо вам с Олегом большое. Огромное, да. Мы в вашем доме. Вы очень гостеприимные. Такой шикарный стол. В общем-то, спасибо всем вам, родные, и приятного аппетита.